Так, ну, я готов. Погнали. Затяночек идем. Да, две магички. Кошмар 3, готовность, погнали. Ой, ты сейчас страдать будешь поначалу, а потом кайфовать будешь. Окей. Наверное. Присматривайте за своим отрядом. Если союзник на пороге смерти, вы загрузились. Так, ага, стоишь на месте и... Да. Да, вырубать это на Q. Чтобы начать двигаться, нужно Q нажать. Нет, Q это... А, да, видимо, у меня другая кнопка. А, ну, у тебя по-другому, shift. Да. Так, сейчас это я прочитаю. Переключается между состоянием. Ой, жесть, у нее тычка долго заряжается. Рывок 21 минут, автоматически переходит в среднюю. Ешь, чё-то как ох, если не будешь жопа отваливаться. Да уже отваливается, понимаешь? Вот это у жопа, кстати, о жопах. Вот это у русалки тут нормальная такая. Ух. Да, у русалки, да. Там есть. Дух брызгает водой, нанося урон. Понятно. Дать ему снова дрон, включает эту штуку. А, ну не хвост, там... ну ты посмотри, какой он, ух. Разделение между буквами нет, есть, вот прям плавником. Возьму на атаку. У меня, походу, самонаводящийся УКМ теперь. А, я не стал этот брать, я помню, у меня был такой, да, наряд водоем, который... Ну вот я помню, ты с двойником играл, поэтому попробовал другой взять. Угу. Так, у меня после каждой четвертой атаки, попадающей по врагу, провоцирует взрывную волну. Круто? Звучит круто. А я это не брал, кстати. После выхода из состояния пения счетчик обнуляется. Okay. Ну, а, это в смысле, это квест. Почему 4? А, это четвертая атака, типа, это пока это, таким, типа, квестом отображает. Ну что, у нас все сверху. Некрономикон, колодец... Еще колодец. Ну, и... Пойдем. Погнали. Да, самодоводки. Прикольно. О, камень в лицо, прикольно. Да, пока что, конечно, она турелька входящая. Тяжело, да? Ты да, главное не... ПКМ чуть почаще прожимай, там вся соль в ПКМе. Да. А, он прям по... Ай, блин, они камнями кидаются. А, у меня вытянуло. F. Видимо, придется заново начинать. Я, кстати, продолжаю играть. Вся соль в ПКМ. Не, я не могу пересоединиться. Ну, неудивительно. И... Ну, не знаю, у меня базовая тычка бьет больше всего сейчас с этими всплесками. Так, ладно, выхожу, значит. Сбежать! Прогресс сохранения будет. Потерян. F. А тостер тебя через собаку не выделил в названии? Может, он еще и шоут-аут не делал? Делал, ты можешь посмотреть. А вот в названии надо было выделить. Да. А я забыл. Я забыл в названии выделить. Я хотел еще пула зашоут-аутить, но не смог, потому что зашоут-аутил тебя. Да, я это слышал. Мы подслушаем. Он все еще в этом Волворде. Я открыл фолловинг, и у вас с Полом одинаковое количество зрителей ровно. Один в один. Так, Кошмар 3, готовность. В этот Волворд играет. Во что же еще ему играть? А, ну, логично. Странно, что у него не 500 человек. Сигнатурная сидит. Игра. Вот, Тостер, вот представь себе, вот у тебя бы вышел сейчас Rogue Legacy 3. Ты бы играл во что? В Ravenwatch со мной или в Rogue Legacy 3? Я бы играл с тобой в Rogue Legacy. А, думаешь, ну, он будет коопным? Смотрел. Капа. Да. Ну вот, та же самая штука после атаки выпала, но... О, мне теперь более редкая штука выпала. А мне обычная, наоборот. Комнатка говна. Кстати, снова все рядом? Да, удобно. С сундука начнем. О, тебя снова. Тебя мои модели зашатал тебе. Жесть. Да. Ну как тебе?
Да я хочу золото, что ты... Я тут со свинками чё-то дерусь. Ну ты модер, ты из-за шатаути. А вот научись. Всех это модеры делают, видишь? Блин, кажется, за нее как-то неудобно играть, что-то не А я турелька, мне прикольно. Да, она местами, типа, ты вот, она кажется вроде крутой, крутой магичкой, но на деле ты такой... Слэш, аут-аут, нет, просто ник. Собака не нужна. Броня за каждое потерянное здоровье. Кто придумал, что дэш на ку? Вот поэтому я сразу в настройки пошел и поменял на shift. О, спасибо за фол. Ей, шоутауты работают. Шоутауты, кстати, реально работают, в отличие от рейдов каких-нибудь. Да не, рейды тоже топ. Ну, типа... Ну, шоутауты прикольная штука. Ну, рейды плохо работают. Так, ну пока что она офигенная, да. Пойдемся. О, так, сразу же глазик. Вот это забег, все близко как-то. Типа ты морозишь и взрываешь, морозишь и взрываешь. Это, походу, все, что я могу, да? Да. Взрыв очень много урона наносит заморозка. По-моему, прям главная именно дамажная билка. Ну, не сказал бы, что много 50. Ну... У меня ПКМ 50 дамажит, ты говорил про него недавно. Там где? У меня здесь лицо ломали. Я левел. А, ты на книжку пошел, а я на глаз. Да. Ну, мне кажется, глаз сейчас важнее вначале. А я что-то глаз не заметил. Тебя глаз прожал, иду к тебе на книжку. Давай, давай. Только надо левел качнуть. Герои, попавшие под атаку, получают щит. Атака превышает 4 конечностями. Шанс крита возрастает за каждого замерзшего врага. Прикольно, на боссе работать не будет. Тебя босс все равно изишь. Если бы... Вот обычная ее атака. Это вот она. Вот. Ты врубаю? Да, давай. Врубаю. Я какой-то щит взял. Я так и не понял, за что? За получение урона вроде бы. Только непонятно, за кого получение урона. По-моему, ты тоже можешь его получать. Да, я тоже какой-то щит получаю. Попавший под атаку один из щита на 6 секунд. Вот так-то. Видишь, какой полезный. И это, кстати, просто common пассивка. Очень круто. У меня одна билка до легендарной. У меня тоже этот щит качнулся, так что теперь его... Пошли на сундук? Да, наверное. Мне кажется, золото ближе. Давай золото ближе. Рейды не считаются в статуе, через шатаут живые зрители переходят, и их считают. Да шатаут вообще классная тема, на самом деле. Блин, ну что это за река? Угу. Я могу переплыть. Ау. Почему у него ПКМ не наносит урона? Да, русалка, конечно, блин, вообще забавная. Да, механики просто очень крутые, мне прям нравятся. Типа, ходячая турелька, это весело. Я Торбьерн. Может, как
Слева обойдем. Давай ящик все-таки. Давай ящик. Да, тыкнули. У меня мания на ящике. Я вижу ящик, мне необходимо его взять. Я прям не могу, меня аж трясет. Это вот в любой игре так. Разрабы решили сделать Call of the Dead Gods 2 с коопом? Да. Да. Все по фактам. Черт, все плохо! Бежим отсюда. О, дамаг. Я чувствую его. По сравнению с предыдущим забегом. Нет, да блин, одни команки. Применение мощи, область накрывает. О, тема. Мне применение мощи оставляет за собой еще какое-то ядро теперь. Круто. Которое взрывает. А, я помню, ты юзал эту штуку, да, да, да. В смысле? Да блин, почему? Грязь какая-то. Хочешь помочь? Ладно, буду... сундук зачистить, я все. А пойдем наверх к колодцу. При входящем уровне получить 30 шансов крита на 5 секунд. Который заплатить надо. Давай. А что там платить? А, деньги в нем? Я не помню. По монетам, по-моему, платить. Блин, дорого. Ради чего, ради макс хп? Здорово, геймер. Зачем карте, в смысле, быть процедурной? Затем, что это рогалик, нет? Почему я просто сами? Я, возможно, не знаю, ты не со мной говоришь? Проще всего пробелом выходить из билки. Да, пробелом тоже можно, но можно получить. Так, и что в этом колодце? О, предметик. Синенький, понял, это хороший. О, ну тут хороший предметик. Да, у меня плюс 20% урона мощи. Пм, да, мне то же самое взял. Все, пойдем на квестик. На квестик надо. О, тут штука, королева, жду, да? Тебя. Он Эльза, и я ей был. Это мой персонаж. Долго били эту штуку? Без, да, обиды. Долго били, прям видно урон, да? О, смотри, я прожал, Стив. Не прожал. Я не прожал. Не в этот. Я промахнулся. Кстати, с магичкой прям она, по идее, хорошо работает. Ты же их всех замораживаешь, это немножко их замедляет, и мне проще становится попадать по ним. Балдеж. До скольки здесь человек лоб? 4, да? А, ну да, там плюсики были. Ну, на старте 4 пальца, а за одинаковых нельзя, кстати. Ну да, логично. Ау! Так, я не знаю, как мне здесь ходить, чтобы не получать урон. За этот надо его убить. Я так сдохнул. Да ты достал! Куни мне хилку, пожалуйста, спасибо. Я вот подальше постою.
дух почти почти попадает. Ау-ау! Чё кусаетесь? Застань, Лэ! Найс, ну в смысле, там осталось хп-то? Найс, ещё и левелап. Блин, если вы считаешь шанс крита за каждого замёрзшего, какой-то отстой. А! Её бьюти вообще не дамажит без прокачки, да. Просто ноль урона. Да, я заметил тогда. Да, тут нет персонажа лучника, кстати. Угу. Я думаю, появится. Так, ну тут еще должно око вводить. Да что такое? Квест? Я не в бою. Блин, а мы сможем вообще квест выполнить? Я не уверен. Я тоже. Ну что, времени так много занимает, а награда, собственно, обычная. Вообще-то лего, по-моему, не? Там лего награда? Да, мы лего. Я не особо внимание обращал. Мне кажется, лего. Ну, типа, он действительно много времени жрет. У нас два дня уже... Стоп! В смысле пол времени уже прошло? Ну... Мы с ними ничего не успели. Мы только начали. Да. Что за квест? Только не камни. Дерево мы в первый раз. О, наверх. Звучит неплохо, кстати. Давай туда протанемся только. Вон есть этот. Дай пешком. Конечно. Кидал. Чё, типа быстрый, да? Со своей билкой? Да. Стоп, а там надо бить меня деревья, что ли? Не знаю. Да, нужно мобов деревья. Мобов? Блин, ну это, кстати, нормально. Так даже прикольно было. Большого бьешь уже? Ну, у меня нет большого. У меня есть большой. А, в смысле, с большого, ну, всего два бревна выпало. Жесть. И просто еще так же валяются у тележек. Я еще лежал. Этот нашел глаз. Это очень хорошо. У нас чуть выше сундук, твой любимый. Сундук. Это правда хорошо. А ты туда направо пошел, вообще понял. Блин, у нее еще и опилки так долго откатываются. Что-то она прям вот... Вот, честно, не очень. Ну, я не могу сказать, что мне тоже прям супер сильно она понравилась. Я вот пока не нашел свое большое дерево. У тебя сколько? У меня 7 всего. У меня 7. Класс, 2,5 минуты. Здесь, потому что мини-карта очень странно отображает, типа... А что? Ну да, вот я... Там не было большого куска. Находил большой кусок, нет? Только маленькие? Нет, только маленькие. Стой. Пойдем на сундук. Так, у меня 13. Ну, 20 есть, пойдет, но надо больше. Надо главное сдавать не одновременно. Да, это забагали в прошлый раз. Блин, вообще не. Ой, ну, блин, вообще не вижу деревьев. Сундук. Нету.
Я так чисто монетки бегаю, лутаю. Давай на сундук вдвоем, да? Давай, давай, давай. Я думаю, успеем. Сейчас только дорогу тут найду. Блин. Да, знать бы куда. А, во, я все, ко мне, ага, сюда. И тут как раз дерево идеально. Может, снег правда выпадет? Выпадет, конечно. Че же не выпасть-то? Я правда там свинюшек при этом. Ульта. Да-да. А че у нее за ульта? Ты превращаешься в шар, нажимаешь ульту еще раз и делаешь омега взрыв. Понял. Просто вот омега взрыв. Окружать себя, движусь в земной сфере. Девять, и у тебя? У меня 18. А, блин, что, один не хватает? Возможно. Заряды особой атаки. Особая атака — это не ПКМ, да, это кьюшка. Деревянный домик вот-вот нападут. О, No. Деревянный мы еще ни разу не делали. Вот там снизу еще кристаллы. Так, давай говори, что сдал. Наверное, сдал, да? Я сдал. Вижу дерево! 27, с 28 успей! Я бегу! Где бы мне... В смысле? Я бы... Котлеток есть, тоже в шар превратиться. Это да. Оу, притяжки. Оу, притяжки. А я предупреждал. Не, персонаж, живая турелька, это прикольно. Че, домик же там не бит особо, не? Это отвратительно. Тут кое-что произошло, это просто ужасно. Че такое? Короче, когда ты стоишь ниже, и вот есть такой небольшой подъемчик, угу, выстрелы врезаются в этот подъемчик. Отстойно. Это 3D-шность. Я хочу ультануть. Понятно. Мне вот очень понравилась его ульта. Простая. Не, ну, простая, мощная в целом, да, нормально. А, он успел сдоджить крюк. Ну, вернее, я попался под крюк, но... Как только он притянул, удар он не сделать не успел. А вот теперь успел. Ну, помирай, зараза. Тысяча экспы. Экспа. Ха, экспа. Видишь, леги? Леги. Да, плюс 20 курона за каждый легендарный. Поехали. Райтер Волк. О, имба. Денег есть. 240. Блин, у меня Олег-то не будет. Там какой-то некрономика, но он красный. Да, я заметил, что есть зеленый, желтый и красный, видимо, от этого зависит сложность. Сейчас пойдем туда. Ключ. Блин, ну и что, в данж тогда? Ну, у нас только на что-то одно время. Данж это прикольно. Давай в данж да, прям. Прикольно. Все-таки для него ключ надо искать. Это... Да ты. Все, заходим, да? Мне кажется, у тебя будет больше урона. Не-не-не-не, точно нет. Понимаешь? Это не урон вообще. Визуально очень круто выглядит, да. Причем в разы круче, чем Dead Gods, по-моему. Как будто прокачались разрабы.
Блин, хотел ультануть, а в итоге нажал Ешку случайно. Чем поезд, стоишь со сумками, просто накидываешь. Так, мощь у нас. Удваивает получаемые осколки. Удваивает получаемые осколки. Ну я вампир. Я, наверное, восстановление здоровья рывком возьму. Я вампир и, наверное, Флэм, привет. Ну слушай, мне кажется, мы успеем некрономикон, но надо еще в город, чтобы качнуться. Да, надо качнуться. Мне как минимум одна лего нужна. Что, тогда не на этой портанемся? Блин, я так понимаю, не портанемся, да? Свиньи, что? А, пауки, блин. Я уже свиней заагрил. Понял. Да блин, это ты-то откуда? Есть. Мне кажется, на некрономикон мы не успеем. Да, это от создателей Dead Gods. Больше в ум. Все, я одну легу вкачал, 20 урона получил, типа, ну. А у меня вообще нет этой абилти. К сожалению. Ну что, я не знаю, идем на некрономикон или не идем? Может, и успеем. За... Ну, там же за минуту надо зачистить. Давай, 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 успеем, наверное. Сразу наверх. Ай, до него еще, блин, зайти к нему надо снизу. Так, подошел? Запускаю? Да, да, да. В принципе, можно еще утонуть, наверное. Что-то страшное тут. Я вот утонул. О, и ты тоже, я понял. Это было. Надеюсь, что до босса откатится. Ты их застанил ультой, ага. А пока не встань, я их просто развалил. 4 улучшения, пог. Ну, того стоило, конечно. Абсолютно, у меня еще одна лего качнулась, теперь у меня 40 атаки. У меня 3 леди стало. А чё, в тот колодец можно много денег пихать, что ли? Почему он не исчез, смотри, с карты? А может быть. Возможно. Ну-ка я портанусь, пойму. Куда торопитесь, тяну Деншини ивент? Не, тут на время, а тут, видишь, внизу время тикает. Игра это тайм-менеджер. Да, это тайм-менеджмент. Да, можно 150. Можно еще 150 уже. Угу. Суть игры в том, что ты бегаешь по карте, лутаешься, качаешься, и через 24 почему-то минуты, почему-то 24, не 25, вылезает босс. Ну типа 24.00 как сутки, наверное, не знаю. А, может быть. Может быть. Гений, да? Нет, Архон, подожди. Гений по другую сторону. Не здесь. Так, одна есть. Что еще? Ты добьешь, я пока босса побью. Да, добью. А, медленно. Все, нормально. Весь ульта бафит, конечно. Ага. Найс.
смотри, как каждый забег происходит. Урона нет, нет. Ой, босс. А потом, умер. Ой, да, босс умер. А я еще и урона не получаю. Меня сейчас тентакли ударил, я получил 0. Мне кажется, или босс не дойдет до фазы выстреливания своими шипами. Ни разу. Походу. Да, видимо. Так у меня ничего нет. Ну да. ДЭшки. Иди. Да, босс супер легкий, конечно. Просто вообще. Может быть, сейчас будет возвышение, боссы сильнее. Боссы получают новые абилки, появляются новые монстры, что-нибудь. Ну, о, гадать, что он дамажа. Да. Окей, найс. Ну, она поначалу, говорю, вообще не наносила. О, новые предметы, 30% урона по боссам, бог. Плюс один к урону за каждые 40 монет, кек. О, зато я целых 2 левого за раз. Почему время урона больше? Ты что, скилл? Играешь лучше? Быть такого не может. Да. Не говори, что тебе руки мешают просто. И все. Ты просто каждый раз берешь героев, которые лучше моего. Ну, кроме, за исключением первого случая, когда ты играл за эту же модичку, за которую я сейчас играл.